Давайте знакомиться. Мы на улице не знакомимся. Ха, зато мы знакомимся. Угу. Мы не закончили разговор. Отдай. Слушайте, пропустите. Тюрьма справа. Сумку вернул. О, солдаты, не задерживаемся, проходим. Да что-то хочется задержаться. Солдафоны, вы что? Еще вопросы? Или по-тихому исчезнете? Ладно, ладно, мужики, все. Спасибо. Да не за что. Девчонки, может, мы вас проводим? Угу. Пойдемте. Аккуратно, аккуратно. Мебель не дешевая. Да видим, что не доиспытывает. Угол осторожно. Блин. Дочку директора мебельного поступил. Дуры-дуры, но хочет на НИАС. Леш, ты бы убрал пока бумаги со стола. Мы его сейчас выносить будем. Мой стол? Леш, не начинай, а? Зачем тебе это рухнуть? Ну, я тебе уже говорил. Он мне дорог как память и вообще. Это мой любимый стол. Ну, если он тебе действительно так дорог, вези его на работу. Только чтобы его теперь же в доме не было, пока раб сила на месте. Но я устала. Я устала от этого хлама. Галя, их еще мой отец собирал. Хозяйка, куда ставить-то? Я сказала, в комнату! Ну, как вам тут? Ничего. Но мы ненадолго, мы только на концерт собирались. Да ладно, девчонки, да бабье лето ведь. Это ж только раз в году бывает. Маша, вы где-то учитесь или работаете? Угу. Пятый курс ЛИАС. О, это серьезно. Какие языки изучаете? Разные. Мы вот с Вадькой на шестом. Последний год вперед. Нас ждут бескрайние просторы Родины. Вообще военврачи везде нужны. Круто. Маш, ты... Не надо, а. Может, тогда хотя бы на «ты» перейдем. Да.
Все замечательно получилось. Мебель как... как на заказ. Вообще мы молодцы. Машину купили, квартиру новую обставили. Машку после института в МИДе ждут. Даром, что батряск. Ничего, там ее скоро научат свободу любить. Леш. Леш. Ты спишь, что ли? Ну, и где тебя черти носят? Ты знаешь, который теперь час? Маня, начинай, я полувозрела. Ну, я догадываюсь. Только вот незадача, ты не одна живешь, так что будь любезна являться вовремя. Решили с Риткой прошвырнуться? Ну, могла бы позвонить. Отец себе места не находит. Ой, да ладно, чушь олохаться делов-то. Знаешь что, моя дорогая, сейчас не те времена. Так что пока ты от нас отцом зависишь, ты характер свой засунь куда подальше, поняла? Нам с утра на работу, тебе в институт, между прочим. Ты чего ты меня хочешь? Учусь я нормально, не опаздываю, не прогуливаю. Благодаря кому? Ты не забыла? То, что ты рулевой факультет, это еще ничего не значит. Ты уверена? Все, ма, бай-бай. Занят? Проходи. Слушай, я насчет лаборантской. Могу я туда отцовский стол перевести? Галя всю уже плешь проела. Я думаю, она скоро просто возьмет и выбросит все мои визитки. Да ставь, конечно. Без проблем. Спасибо. Ты настоящий друг? Угу. Встречная просьба. У нас тут пополнение, аспирантка одна. Но мне ее не к кому пристроить, только ты на горизонте. Не, не, у нас что, докторов мало? И потом я с молодежью не очень. Так, не прибедняйся. Ведущий сотрудник называется. Да твоя кандидатская 10 докторских стоит. Еще пару человек возьмешь, глядишь, и профессоры дадут. Ладно. Возьму аспирантку. Но это за стол. Зоя, я декан, и я буду решать, что делать с прогульщиками. Угу. Отчислить этого Веревкина, чтобы духа его здесь не было. На картошку не поехал. Угу. Занятия неделю, его ни разу здесь не было. Сколько у него хвостов за прошлый семестр? 3, кажется. Кажется. Все, Зоя, я больше цацкаться с ним не намерена, поняла? Угу. Готовь документы к отчислению. Галина Владимировна, вы меня извините, но просто Веревкин, он... Ну что ты мямлишь, говори. Он племянник Градова. Какого еще Градова? Того самого, зампредседателя горосполкома. Ну что же ты молчишь? Я говорю. Значит, ну, мы будем решать этот вопрос, ну, как-то иначе. Пригласи ко мне этого Веревкина, я поговорю с мальчиком. Может, он просто перегружен. А смешно будет, если твоего голубя зашлют, куда Макар телят не гонял? Во-первых, не зашлют. Какой-никакой отец поможет. А во-вторых... Ой, Машка, мне институт закончить надо. До того точно никуда не дернусь. Уж как-нибудь год докорячусь, а там вольная птица. Ну где они? Ну, сказали, к 3. Привет, Маш. Привет. Отлично выглядишь. Ага. Бананы в заказе как украли. 1 кило и все зеленые. Заверни, положи на полку. Угу. Ну, вот я и говорю. У меня своя тема работы. Репликация вирусов в зависимости от температурных режимов среды. А Бякин не сует, и
воздействие фармпрепарата. Ну да, ну да, Гоша может. Сервелат вроде свежий. Но мы его к дню рождения припрячем. Нет. Нет, впрочем, я еще достану. Суй в холодильник. Суй в холодильник. Я слушаю. Здрасте. Да, да, да. Что? С распределением путевок? Хорошо, конечно. Дефицит направления есть. Польша, Венгрия, Чехословакия, ГДР. Хорошо. Ну, конечно, договоримся. До свидания. Сан Саныч, директор «Березки». А хочешь, мы с тобой на Новый год в Будапешт поедем? Тебе что, неинтересно в Венгрии? Галя, ну ты же знаешь, что я не люблю коммунального туризма. Ну, пока в нашей стране другого нет. Опять ее где-то носит. Тебе надо с ней поговорить, потому что меня она вообще не слышит. А ты меня слышишь, Леш? Черт, что на голове, какие-то жуткие тряпки, шляется все время где-то. Со мной спорит. Может, она влюбилась. Может, у нее объект появился. Поэтому она может позволять себе такое хамство. Интересное дело. Нет, ну я не против. Тогда пусть покажет свой этот объект. Остановиться. Но не могу, не могу, не могу, не могу. Да вы с ума, что ли, сошли? Извините, ради бога. Я вас не задел? Я попал в слепую зону. Слушайте, если у вас проблемы со зрением, обратитесь к окулисту. Вот и Алексей Геннадьевич. Привет. Принимаю обещанное пополнение. Таня Корякина. А это ваш научный руководитель, товарищ Зубов. Добрый день. Все-таки хорошо, что я вас не задавил. Можно, Алексей Геннадьевич? Мне сказали, что вы в библиотеке, но я... Ну, заходите, заходите. Я хочу извиниться за утренний инцидент. Я нагрубила, но я испугалась от неожиданности. Да бросьте вы, бросьте, я сам виноват. Извините еще раз, пожалуйста. А это что такое? Это визитка купца третьей гильдии Балуева. Интереснейший мужичок был. Покровитель театра. С Толстым дружил. Успешно торговал на Нижегородской ярмарке. Странно. И зачем вам это? В смысле? Что значит странно? Это мое хобби. Продолжаю дело отца. А знаете, я когда в школе училась, тоже собирала открытки советских актеров. У меня их альбома два накопилось. Ну, конечно, есть повторяющиеся. Стриженова одного только штук 10. А потом в 10 классе я это все сожгла в печке вместе с дневником. Решила начать жизнь с чистого листа. Разрешите взглянуть? Ну, конечно. Это вот Витьке родственники из Кишинева прислали. Домашние.
Витя, хозяин этой берлоги. Вино, говорят, домашнее. Молодое. Ну, очень, очень пьяное. Попробуй. Любишь пьяных девушек? Ну, я, в принципе, девушек люблю. Ну, тогда погнали. Давай. Ну как? Голова закружилась. Нормальная реакция. Бродит еще. Закусывать надо. Давай, 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 давай. Слушает Баха и рок-н-ролл Симона. Девушка моей мечты. Симона. Королева красоты. Оль, а натоптались-то? Надо окно открыть. Анатолий, а это что? О, Симона. Алло, ма, это я. Не закрывай, пожалуйста, дверь на щеколду, я скоро приду. Да ты вообще хоть что-нибудь соображаешь, а? Маш, ну ты на часы посмотри, господи. Ну когда же все это наконец кончится? Нет, ну русского языка ты как-то не понимаешь. Вот только попробуй вернуться, я тебя так сыплю. На целом побережье лучше девушки нет, нет, нет. Машка звонила. Загуляла твоя Машка. Просила дверь не закрывать. Вырастили кобылу на свою голову. Слушай, ну что ж ты все? Ты себя вспомни в этом возрасте. И гуляли тоже, и танцевали по ночам. И все у нас было. Ну, ты не сравнивай. Это другое дело. Почему? Почему это другое? Ты вспомни, как ты на ночь пропала, а я подумал, что ты меня бросила и к Бякину ушла. Ладно, ты не выдумывай. Я все к тому, что у этой дуры впереди самый ответственный курс. Я ведь тоже не волшебник. От диплома все-таки что-то зависит. Ну, ты видишь, она справится. Ты слишком предвзято к ней относишься. Вы уже думали, какую тему хотите взять для диссертации? Я читала вашу статью насчет репликации вируса. Хотите взять смежную тему? Как вариант? Ну, видите ли, тут очень важен иммунный ответ на вирусную агрессию. Может быть, и стоит копнуть в этом направлении. Да, у меня как раз кое-что уже есть. Я перевела цикл статей французского исследователя Марье. Это последнее. Вы что, знаете французский? Со словарем. Прекрасно.
это очень хорошо. Простите, а могу я взять это домой, почитать внимательнее? Конечно, берите, Алексей Геннадьевич. Спасибо. Спасибо. А вы уже закончили на сегодня работу? Да. А почему вы спрашиваете? Просто хотела вас позвать в одно интересное место. В какое место? Ну вот зачем это все? Я советский человек, 100 раз ей говорила. Мне этот ваш спецпоёк поперёк горла. Баня, начинай. Я тебя прошу. Ларин, ну хоть ты не уподобляйся. Ты должна жить по-другому. Без этого блата, связи, двурушничества, приспособленчества. Бабуль, ну ты же не на партсобрании. Надо что-то есть. А я говорю, строй свою жизнь самостоятельно. Не уподобляйся чинушам. Умей отстаивать свои убеждения. Убеждения? Ты в окно смотрела? Вообще никому ничего не должна. Она не должна. Вот мне мои убеждения в свое время. Ох, как помогли. Где? В лагере. Тебя за них же и упекли. Я знаю. Сейчас модно все оплевывать. Слушай, ба, у меня нет никакого настроения с тобой спорить. Я вообще ни во что не верю. Очень плохо. Маш, у тебя что-то случилось? Что ты взяла? Не выдумывай. Давай лучше полы помою. Грязище. Оставь, сама справлюсь. Вчера только мыла. Ты бачки лучше надевала, когда уборку делаешь. Грязь кругом. Ну, у тебя точно все хорошо? Точно! И все-таки почему Гулливер? Меня мама так называла, ну, когда был маленьким. Мы садились на диван, ну, наш корабль, и отправлялись в кругосветное путешествие. А вы, наверное, были капитаном? Нет. Капитаном была мама, а я был судовым врачом. Господи, это какая-то лестница в небо. Идемте, идемте. Вам понравится, обещаю. Простите, не расслышал. Как по батюшке? Геннадьевич. А, да-да, Алексей Геннадьевич. Танечка мне сказала, вы визитками интересуетесь. Я их коллекционирую. Для этого добра целый чемодан. На адресе отдали, в довесок. Ну что, забирайте. Тут, между прочим, интересные экземпляры попадаются. Даже из романовского круга. К.Р. знаменитый, например. Поэт, слыхали? Константин Романов. Слышал, слышал, но ну, в теме не глубоко. На то оно и коллекционирование, чтобы в тему погружаться. Изучать. Так что будет вам чем заниматься. Забирайте. До свидания. Таня, спасибо. Спасибо вам большое. Вы даже не представляете, что вы для меня сделали. Ничего особенного. Давайте я вас подвезу. А, нет, спасибо, это далеко. Но вы же не в другом городе живете. Так и есть, в другом. В Краснохолмске. И вы что, каждый день оттуда мотаетесь? Да, я живу у дяди. Это удобнее, экономичнее. Поехали. Алло, Гоша? Ага, привет. А ты не знаешь, где Алексей? А давно он ушел? А, пораньше. Ага, спасибо, пока.
Да. Далеко вы забрались. Ну, я привыкла. Электрички ходят регулярно. Ясно. Ну что, Алексей Геннадьевич, мне пора. До свидания. Конечно. Еще раз большое спасибо. Да. Таня. Что? Я на следующей неделе еду в Сосновый Бор на конференцию. 3 дня на воздухе. У меня там выступление. Ну, а потом активный отдых. Хотите поехать? Да, с удовольствием. Можно? Татьяна, сколько раз просить? Обувь убирай. И Глашку не разбрасывай, погладила, положи утюг на место. Да, Елизавета Александровна, извините. Я сегодня утром очень торопилась, боялась на электричку опоздать. Ну, ты как-то того, эту, поаккуратней. Хорошо, дядя. Ужинать не будешь? Да нет, я не голодная, спасибо. Оно нам надо? Чужой человек в доме. Да не чужой, Лиза. Она племянница моя. Мы же сразу сказали сестре, пока Пашка в армии, та не может жить в его комнате. Потому что ты отказывать не умеешь. А ты забыла, как сестра нам помогла? Эй, сказала бы я тебе. Привет. Привет. Маша, извини, немножко не вовремя. Ты что, не одна, что ли? Ну да. Мать на дежурстве. А. Ну ладно, извини. Ну ничего. Мы еще поглядим. Иммунный ответ формируется в зависимости не только от абсолютного количества клеток, продуцирующих антитела. Скорее, превалирующую роль играет соотношение. Именно соотношение этих самых клеток. Алексей Геннадьевич, а может быть мы... Может быть мы пойдем поужинаем? Там же все собрались. Я люблю раннюю осень. Как было бы здорово, если бы она никогда не кончалась. Веришь или нет, а я сразу поняла, что мы будем вместе. Это когда? Когда я тебя чуть не сбил? Нет. Тогда я подумала, что ты ненормальный. Псих. Псих. Мне с тобой очень хорошо. Мне тоже. Я тут
должен тебе сказать. Все, что произошло, ты должна знать. Я жене никогда не изменял. Никогда-никогда? Никогда. Просто я любил ее. А теперь? Гошик, привет. А где мой благоверный, не знаешь? А, понятно. А то он стал часто задерживаться, я подумала, что ты его нагружаешь. Да. А может, у него есть кто? Шучу. Но в каждой шутке есть. Гош, ну если ты что-то знаешь, то сразу мне скажи. Я ведь все равно все узнаю, Гоша. И с тобой мы друзья. Да. Пока. Лех? Поговорить нужно серьезно. Ну, давай поговорим. В общем, так. Я все обдумала. Ритка с тобой никуда не поедет. Она институт не бросит. А я готова в любую точку, хоть на крайний север. Не понял. Ну, ты же хочешь, чтобы с тобой была по-настоящему любящая женщина. Верная, которая пойдет с тобой до конца. Погоди. Ты сейчас себя, что ли, предлагаешь? Ну да. У меня родители серьезные люди. Отец – кандидат наук, ведущий научный сотрудник Института вирусологии, мать с большими связями. Они нам помогут. Ну, я понимаю, что тебе Ритка нравится. Она такая легкая, веселая. Но это не важно. Важно, что я тебя люблю. Маш. Я честно, я не знаю, что сказать. А ты ничего не говори. Ты подумай. И про родителей подумай. У Ритки таких предков нет. У меня отец в генштабе. Но не факт, что он тебе поможет. Ты же сам говорил Ритке, а не с матерью в разводе. Мы все обсудили. Больше нам говорить не о чем.
Галя? А что ты здесь делаешь? Пожалуйста, не надо ничего говорить. Кто она? Лаборантка? Аспирантка. Эх, Гош. Так а я-то в чем виноват? Дело не в том, что ты виноват. Дело в том, что ты не хочешь мне помочь. Если ты мне еще друг, если я для тебя хоть что-то еще значу, убери ее с кафедры. Ну, я не могу. Это же не моя частная лавочка. Ее диссертация заявлена, Алексей ее научный руководитель. Найди другого руководителя. Легко сказать. Гоша! Ладно. Я сама все решу, понятно? Друг называется. Галя, ну подожди. Что же это такое? Все выяснила? Да. В ближайшее время только турбаза «Северное сияние». Отлично. Два дня? Три. Еще лучше. Все свободно. Сергей Павлович, это Галина. Да. Мне нужны две путевки. «Северное сияние». Как нет? А, шаман настоящий. Угу. Членом горкома. Ну, Сергей Павлович, ну для меня лично. Ну да. Ну вот хорошо, спасибо. Я обязательно зайду, да. Для меня и моего мужа. Да. Ну, за хороший день. Давай. Слушай, Бякин, зачем ты меня в середине недели в летучего голландца затащил? Да пиво захотелось. Ну, тогда давай. Как там дела у Гали? У Гали? А что у Гали? У Гали все путем. Что-то она давно нас не собирала. Бякин, не груди. Ты по Гале соскучился или по ее пирожкам? И потому, и по-другому. Бякин, все-таки тебя надо женить. Что значит надо? Надо будет, сам женюсь. Лех, я вас видел. Кого видел? Тебя с Таней. Ну, всякое случается среди людей. Ты, конечно, не обижайся, но ты взрослый дядя. Это надо прекратить, пока не поздно. Поздно. Поздно, Бякин. Ну, что ты на меня так смотришь? Думаешь, зубов спятил? Ну, может быть, в самом деле спятил. Понимаешь, у меня такие щиколотки. А икры с ума сойти. Прям вот ногу ставят, и не икра. Мечта идиота. Вот ты когда так улыбаешься, так и хочется дать тебе по роже. Ну, дай. Дай прямо сейчас. Послушай меня, Георгий Михайлович. Ради бога, не лезь в мою жизнь. Это не пошленький водевильчик и не интрижка. Все, брат, слишком непросто.
сам еще не разобрался до конца. Лёша, Лёша, Лёш, не притворяйся, ты не спишь, я видела. Галь, я устал. Лёш, а у меня для тебя сюрприз. Что это? Это путёвки в Северное Сияние. Я в правкоме достала, ты не представляешь. Чего мне это стоило? Галя, ну какое сияние? Ну правда, у меня столько работы. У меня на носу межвузовская конференция. Ну, подождет твоя конференция. Я уже обо всем договорилась. Берешь за свой счет. Черт. Ну, Галя. Ну, я хочу побыть с тобой. Давай. Ну, Леша. И личный привет от капитана, как самый элегантный и очаровательный парень на нашем вечере. Передайте капитану большое спасибо. Тем более есть повод. Какой? Ты что, забыл? Что-то важное? Ну, прости. Ровно 25 лет тому назад ты признался мне в любви. Это не может быть. Ну, в смысле... Это правда? Стопроцентная. Утром увидимся. Таня. Не говори ничего. Почему-то именно теперь мне труднее всего сказать тебе некоторые вещи. Наверное, потому что так дальше нельзя. Правда, мы как школьники. Прячемся, ищем места, где бы нас не застукали. Я хочу быть с тобой. Всегда. Просто и открыто. Ты права. Ты права. Надо поговорить мне с Галей. Надо объясниться. Ну, прям никак не расстанусь. И этот каждый вечер сюда таскается. Ну, зря ты так. У Татьяны, может, личная жизнь налаживается. Я и говорю. Скорее бы уже наладилось. Я хочу Пашкиному возвращению ремонт сделать. Зачем? Обои поменять. Потом из-за нее в общежитии. Все боимся скрипнуть кровать. Да мы с тобой поживем вдвоем для себя, в свое удовольствие. Для дочки-то Коля уходит.
Галь. Галь, я хотел... Галь, нам надо... Нам надо готовиться к новой жизни, Леша. Не понял. В смысле? В какой еще новой жизни? Я беременна, Леша. Ну что, дорогая, у тебя все в порядке. Здоровая молодая баба. Молодец. Жалобы какие есть? Нет, учет она. Хотя есть на мужа. Перестань. Насчет Алексея все правильно. Никуда теперь не денется. Этот ребенка не оставит. Я надеюсь. Так, я тебе тут пишу витамины. Начнешь принимать их прямо завтра. И следи за питанием. Вес сильно набирать нельзя. Потом не скинешь. Не девочка уже. Я знаю. И вообще, осторожнее. Возраст никуда не деть. Так. Жду на прием через 3 недели. Спасибо. Ириша, за мной не заржавей. Да. Хорошо. Она хочет тебя удержать. Ну, что ты так расстраиваешься? Ты так говоришь, как будто я... Надо называть вещи своими именами. Мы уже не дети. Должны пойти своей дорогой. Как будто мы никогда друг друга и не любили. Послушай, Тань, все-таки нас кое-что связывает. Галя. Галя совершенно другой человек. Потом она про нас ничего не знает. Так что ты здесь совершенно ни при чем. Просто так получилось. Вот и все. Ты хочешь сказать, нам не о чем беспокоиться? Алеша, зачем говорить друг другу неправду? Я каждое утро просыпаюсь с одной и той же мыслью, что мне опять придется во все это вернуться. Что это будет повторяться снова и снова. Господи, это так мучительно. Таня. Я тебя очень люблю. Рит, ты меня любишь? Ну, конечно. Тебя заклинило, что ли? Ты пойми, последний год. Я хочу уехать отсюда с женой. В чем проблема? Я должен знать, поедешь ты со мной или нет. Так год еще впереди. К чему загадывать? То есть ты не уверена? Ой, какие мы серьезные. Нет, а все-таки, если подумать хорошенько. Вадик, ну зачем ты меня мучаешь своими дурацкими вопросами? Тебе-то волноваться нечего, ты у нас на особом положении. А если нет? Если отец не поможет? Я его знаю. Шлия под хвост попадет и пиши пропало. Поеду, как все, в дальний гарнизон, а то и в горячую точку. Вадик, ну зачем нам сейчас-то это обсуждать? Ну правда. Ты меня тоже пойми, мне институт закончить надо. Кому я такая нужна без диплома? Мне нужна. А мне не нужна. Ах, вот оно что!
Ну, конечно, диплом важнее. Спасибо, что честно. В гарнизоне этот диплом нужен. Папашу на теплое место пристроить можно и без диплома. Я так не говорила. Да все я понял. Ты с цепи, что ли, сорвался? Ничего не с цепи. Не поедешь ты, поедет другая. Уговаривать не стану. Что ты сказал? Ты сказал, другая? Ну, так и проваливай к своей другой. Извини, что я тебя сорвала с работы. Неважно себя чувствую. Может вызвать врача? Нет. У меня нет температуры, не надо врача. Просто тошнит немного, но это нормально. Давай я морсу принесу. Нет, погоди. Посиди со мной. Мне трудно быть одной. Ну, не смотри на меня так. Ну, подумай хорошо и поймешь. Это не каприз. Ну, ты же не одна. Конечно, я буду рядом с тобой. А ты знаешь, я сократила часы на работе. Да. Нет, ну не так же. Знаешь что? Перевози свою коллекцию обратно домой. Будешь здесь заниматься. И тебе проще, и мне спокойнее. Вадим? Привет. Здорово. Тебя-то мне и не хватало. А ты как здесь? Ну, я вообще-то здесь живу. Где? На дне? Ага, на дне. А что с настроением? Да так, ерунда. У Ритки был? У Ритки. А ты? А я из института, у меня пары отменили. Выпить хочешь? Нет. Может, пройдемся? Ну, не знаю. Можно, конечно, и пройтись. А зачем? Зачем? Разговор есть. Хочу тебя в гости пригласить. Слушай, а мы ведь никогда не любили друг друга, правда? Ты-то о чем? Ну, о тебе и обо мне. Хоть ты меня и убеждала в обратном. Ну, во-первых, ты не можешь знать, люблю я тебя или нет. Мало чего я тогда наговорила. И во-вторых, это вообще сейчас не имеет никакого значения. Нарочно это говоришь. Че это ты суетишься? Да, ты права. Не стоит суетиться. Одноклассница твоя думает, что на ней свет клином сошелся. Да, лучше не думать об этом, а то можно и с ума сойти. Теперь-то я знаю, что она за птица. Милые бронятся, только тешатся. А хоть тебе из-за этого кровь портит. Слушай, а у тебя есть кто-нибудь? Ну, я в том смысле, ты с кем-нибудь встречаешься? А тебе что за дело? Ну, есть дело, раз спрашиваю. А допустим,
Допустим. А я-то думал, у нас все серьезно. Дурак ты, Вадя. Рита тебе нос утерла, а ты сопли распустил. Сюдя. Смеешься? Ну, ты права. Сейчас самое время. Думаешь, мне на двоих не хватит? Ты что, пусти! Ну, ты же сама этого хотела. Да пусти меня! Да хватит, ну пусти! Нет, а мы с тобой здесь делаем. Ну, что, не хватит! Уже третий час не выходит. Видать, поссорилась со своим этим. Бывает. Поссориться, помириться. Дело молодое, чего вмешиваться. Угу. Заняться мне нечем. Только после работы с чужими любовниками разбираться. Да что ты до нее докопалась? Девчонка приходит только вечерами. Да ее и не видно совсем. А может, я хочу голышом ходить? Ну, совсем ты с ума спятила. Гулы. Я что, имею право? Моя квартира. Как хочу, так и хожу. А ты когда меня последний раз голышом-то видел? Живешь с бабой на ощупь. Слушай, Лиз, ну не о том ты говоришь. Ну я-то что могу сделать? С сестрой поговори. Скажи, моя мама переезжает. Здесь жить будет. Я не знаю, соври чего-нибудь. Выгнать племянницу на улицу? Ты вообще соображаешь? Я очень хорошо соображаю. Он пусть в общежитие идет. Ну, начинается. Кричи. Так-то лучше. Явление Христа народу? Ты на часы. На часы смотрела. Послушай, Мария, я тебя предупреждала. Ты живешь в квартире не одна. Родителям нужен отдых. А ты ведешь себя как законченный эгоист. У тебя плохое настроение? А, в принципе, оно же у тебя всегда плохое. А что ты от меня отбиваешься? Ну, как минимум, уважение. Ну, как минимум, я тебя уважаю. Только жить так, как ты, я не хочу. У меня свои представления прекрасны. Интересно, чем тебя моя жизнь-то не устраивает, а? А это жизнь? Это же тоска смертная. Что ты вообще о жизни знаешь? Ты же ее боишься, как огня. Как делаешь вид, что все замечательно. Кручу, верчу, кого поступить. У тебя куча знакомых. И все по делу. Ну, знаешь, ты... Да такая, какая есть. И заканчивай мне мозги компостировать. Я буду жить по своим правилам. Ну что ж, посмотрим. Как-то сама. Лёш? Как там у твоей Карекиной диссертация? Она не моя. Я хочу на февраль-март защиту назначить. Как думаешь, успеет она? Почему ты меня спрашиваешь? У нее и спроси. Нет, ну я... Ну, в смысле, я думал... Ну, я же не про отношения ваши интересуюсь. Я для дела спрашиваю. Ну, это же ее диссертация. Так, ладно. Сам все разузнаю. Как Галя? Галя? Галя беременна. Да брось.
Ну, а чему ты так удивляешься? С точки зрения современной медицины нет ничего экстраординарного. Чистая случайность. Ну, в общем, да. А что ты решил? С Корякиной? В смысле... Я остаюсь с Галей. Останем и расстались. Ну да, ну да. Понимаю. Ну ты же знаешь, женщины, они все... Я ничего не знаю, Бекин. Я даже не знаю, зачем я тебе все это рассказываю. Вадик! Привет. Ты меня извини, я была не права. Давай мириться, что ли, а то дуемся друг на друга, как дураки. Ритка. Я соскучилась по тебе. Я тоже. Скажи, а правда, что у тебя кто-то есть? Ну, с чего ты взяла? Ну, ты же говорила другая. Нет у меня никого. У меня только ты. Да ладно врать. Если ты нравишься мне, значит, есть и другая девушка, которая в тебя влюблена. Это вполне естественно. Даже если это так, то мне до нее нет никакого дела. Ну тогда скажи, кто это? Я знаю ее. Ты ревнуешь? Нет, ничего подобного. Просто интересно. Ритка, о чем мы тут с тобой болтаем? Все это ерунда на постном масле. Давай лучше махнем в пельменную. Я зверски жрать хочу. Пойдем? Пойдем. Что такая серая? А, ничего, отравилась, наверное. Ты рыбу жарила, что ли? Какая рыба? Я на кухню даже не заходила. А. С тобой точно все хорошо? Ага. Привет. Какими судьбами? Ты же вроде к себе подался. В аспирантуру поступил. В хирургию, в первый мед. А здесь чего? У меня друг тут работает. Можно сказать, с вами дверь в дверь. Так что я про тебя все знаю. Интересуешься про меня? Так я никогда не скрывал этого. Это ты делала вид, что не замечаешь. Ну, считай, что заметила. Может, в кино сходим? Пойдешь? Да. Маш, ну сядь. Скажи, как мама себя чувствует. Волнуюсь я за нее. В ее-то возрасте. Нормально. Как конь носится. Еще и сумки таскает. Вот это вот совершенно ни к чему. Что, отец не может? Ба, все у нас нормально. А у тебя? И у меня. Только давай про учебу не спрашивай. А я не про учебу. Я же вижу, с тобой что-то происходит. Ну, парень у меня есть. Вернее, не так. Мне нравится один человек. Он курсант военно-медицинской академии. О, военврач, это хорошо. Да ничего хорошего, ба. Ему Ритка нравится. Мы вместе с ней в школе учились, за одной партой. Ну ничего, я его отобью. Это дело принципа. У подруги? Ба, в любви нет подруг. Тут каждый сам за себя. Это ужасно. Но ты любишь его или так спортивный интерес? Ну, что ты такой
говоришь? Конечно, люблю. Я же замуж за него хочу. И поедешь с ним? Поеду, а почему нет? Ну, ты хоть знаешь, что такое гарнизонная жизнь? Ты же ничего не умеешь. Ничего, научусь. Делов-то. Маш, а может, ты просто хочешь из дома удрать от папы с мамой? Я тебя знаю. Так это можно без курсанта твоего устроить. Живи у меня. Я сказала, хочу быть с ним. Ну, хоти, хоти. Хотеть не вредно. Ба, ну ты вот с этими присказками. Я в магазин пойду. Кефир тебе куплю, колбасы, масло, если будет. Кефир ненавижу. Ряженку возьми, она в сером всегда свежая. Вадик. Послушай меня серьезно. Послушай ее. Ну, погоди. Я все решила. Если в том месте будет педагогический... Ну, послушай. Я сразу же переведусь. А если нет, то я закончу тут и приеду. Идет? Если честно, я очень рассчитываю на отца. Если честно, я тоже. Не может же он совсем тебе не помочь. Ну, чела. Я уверен, все устроится, я еще с ним поговорю. Все лето времени нашлось. И, Машка, лентяйка, ее раз допросишься, как об стенку гору. Ну, ничего. Ничего, мы сами. Мы сами, что ли, не справимся? Вот так. Что, не справимся? Конечно, справимся. Вот. Чуть-чуть. Воет-то, воет как. Прям сердце разрывается. Никому покоя не дают. Надо успокоительного вколоть. Правильно. Пусть выспится. А сон лечит. Ирка, Галя. Ничего хорошего. Ребенка она потеряла. Предупреждала же, осторожнее надо быть. А она, господи, как дети. Ну как так можно? Пытаюсь понять, чего он от меня хочет. Операция в разгаре, больной в наркозе. Что делать? Доцент, мол, сами давайте. А что я? Первый раз такую операцию ассистирую, тут сам. Таня. Да. Почему ты замолчал? Как операция закончилась? Да сделал вроде. Послеоперационный период проходит нормально. Ну, перепсиховал я, конечно. Странно, мне казалось, ты меня не слушаешь.
Таня, тебе со мной неинтересно. Почему ты так решил? Я же не слепой. Ты мне очень нравишься, и я хочу быть с тобой. Но, если честно, я не люблю двусмысленных положений. Олег, понимаешь, я еще не готова. Сейчас мы можем быть с тобой только друзьями. Извини. Ну, я подумал, ты же согласилась. Я решил, что мы встречаемся. Мы встречаемся, но я не то имела в виду. Понимаешь? Я, кажется, еще люблю человека, но он не свободен. Смех, да и только. Это не просто закрыть дверь и выйти. На все нужно время. Я буду ждать столько, сколько нужно. Спасибо тебе, ты хороший. Я очень рада, что ты вернулся. Ну, не надо так убиваться. Я не хочу жить. Прекращай. И не смей так говорить. У нас Машка есть. При чем здесь Машка? Господи, как мне плохо. Я похожа на эту женщину. Или она на меня похожа, но это не важно. Это уже ничего не значит. На какую женщину? Ты ведь меня не бросишь, Леша. Ты меня не бросишь. Галь, ты о чем? Меня прости, пожалуйста. Прости, Леша, прости, пожалуйста. Галь. Ты мой муж, мой милый, мой муж. Ты мой муж. Галь. Леша, ты мой муж. Ты мой муж, Леша. Вадим. Подожди, не уходи. Маш, ну зачем все это? Не надо меня здесь караулить. Ты же знаешь, мы с Ритой. С Ритой? А я как же? А я тебе ничего не обещал, как ты помнишь. И вообще я был пьян. Извини. Ты хорошая девушка, но не для меня. Это было ошибкой. Ошибкой? Я же уже извинился. Ну, так бывает. Ты взрослая девочка, должна понимать. Ладно, я пойду. Пока. Доброе утро, между прочим. Доброе. Почему ты не в институте? Настроения нет. А ты у нас теперь под настроение в институт ходишь? Ага, под настроение. Опять хамишь? Ну, вообще-то я не собиралась даже. Я
Просто на кухню шла позавтракать, приготовить. Хотела оладьи пожарить. Ты будешь? Спасибо за одолжение. Мам, я не виновата, что ты потеряла ребенка. И не надо на мне срывать зло. Я правда, я очень тебе сочувствую. Ты сейчас вообще не по делу завелась. На тебя жарить? Нет. Нет, я ничего не хочу. Ничего. А, черт! Блин, черт! Что это? Спокойно. Спокойно. Все нормально. Все нормально. Алло, Гоша, это я. Мне надо с тобой встретиться. Да. Ты просто обязан мне помочь. Галочка, ты не волнуйся, ты объясни. Что тебе объяснять? Что он теперь точно уйдет к этой аспирантке? Уйдет! Ну, а почему ты так решила? Может быть, все не так страшно? Мне страшно, что я ребенка потеряла или что он к ней уйдет. Ты должен убрать ее с кафедры, понятно? Иначе я всю... Вашу шарашкину контору я вообще произнесу. Ты меня знаешь. Галочка, не я волнуйся. Ни секунды сомневаться не буду. Галочка, пожалуйста, я все понял. Ты, главное, ты не волнуйся. Да что ты понял? Если она останется, я ее выгоню из медицины. Я ее выставлю с волчьим билетом. Это несложно, Гоша. Это несложно. И будет скандал. И тебе, Бякин, по шапке достанется. Так что в твоих же... Интересно! Галочка, ну я же говорю, я все понял! Ты не волнуйся, главное! Таня? В общем... Тут такая история. Постарайтесь меня понять и воспринять спокойно. Так сложилось, что вы должны уйти с кафедры. Как это уйти? Ну, в другое место. Погодите, а как же моя диссертация? Диссертацию можно закончить, скажем... В институте гриппа. Если хотите, я позвоню, договорюсь. Я не понимаю. Я же проделала уже большую часть работы, а там мне придется корректировать тему. И потом мой научный руководитель... Да в том-то и дело, господи! Из-за этого вашего научного руководителя вы и должны уйти из института. И не делайте вид, что вы не понимаете, что я имею в виду. В общем так, либо вы уходите сами... Либо вы уходите против своей воли и с очень неприятными для всех нас последствиями. Развели тут, понимаешь, дом свиданий. Кажется, есть повод для разговора. Ма, не начинай. Какой срок? Ма. Значит так, я сейчас позвоню Ирине, и ты сегодня же к ней поедешь. Она тебя посмотрит. Потом все обсудим, понятно? Мам, не надо! Надо, и слышать не хочу. Собирайся. Да ты что, сатанел, что ли? Только не спрашивай, за что. Был у меня друг, и теперь нету. Нет, ну я не ожидал такого от Бяки. Ты меня прости, конечно, но я уверена, что за всем стоит твоя супруга.
Она на него надавила. Да нет, нет никаких оснований. Ну, Галя, она не такой человек. Я это уже слышала. И сейчас вообще не хочу говорить про твою Галю. Ты мне ответь на один вопрос. Ты когда от нее уйдешь? Таня, ты понимаешь, что сейчас не самый подходящий момент? Она только что потеряла ребенка. Представляешь, в каком состоянии? Я вот не последняя скотина. Знаешь, как ей плохо. И сколько ей будет плохо? Год, два, сколько? Надо потерпеть. Пока потерпеть. Можешь вставать и одеваться. Что-то не так? Ну, как сказать? Если ты планируешь прервать беременность, то затягивать нельзя. А если... А если... С ребенком-то все окей? С плодом все нормально. Ты сама что думаешь? Рожать? Я еще не решила. А у тебя, дорогая моя, времени рассусоливать нет. Решать надо быстро. Не знаю. Мне надо с отцом ребенка поговорить. Вот как. Ну, поговори, сообщи мне свое решение, а там сообразим. Угу. Спасибо. До свидания. До свидания. Я его знаю? Не, если вы планируете быть вместе, нужно оставлять. Вы планируете? Я уже жалею, что я тебе сказала. Мне? Да тебе. Я твоя подруга. Мать в курсе? Ну и правильно, не говори. А то опять начнет орать. Она же у тебя нервная. Еще этот институт. Да вот именно. Глупо брать академку. Но с другой стороны, может и... Ой, плохо мне. У тебя все в порядке. Так что не психуй. Цикл восстановился? Да. Ну вот и видишь. А что с Машкой? Молчит, как партизан, на вопросы не отвечает. Да что? Сказала, что примет решение, когда поговорит с отцом ребенка. Но сроки не терпят. Надо бы поторопиться, если думать об операции. Что значит, если думать? Места в МИДе ждать не будет. Знаешь, сколько желающих? Да и отцу ребенка, судя по всему, эта история как-то не сдалась. А кто его воспитывать будет, я, что ли? Скорее всего. Галя, может, не стоит нам этот аборт делать? То есть? Алексей про ее беременность знает? Нет. Вот. А с девицей этой он, как ты говоришь, опять встречается. Куда ты клонишь? Я клоню к тому, что этот ребенок вполне может стать вам не внуком, а сыном. Ну или дочерью. Соображаешь? Как это? Что? При определенных обстоятельствах ребенка можно записать на тебя с Алексеем. М? А Машка согласится? Ну, а это уже от тебя зависит, подруга. Я так больше не могу. Мне все осточертело. На работе по цеху набегаешься целый день. Придешь домой уставшая, как собака. И тут шалман. Видеть ее больше не могу. Ты когда-нибудь угомонишься? Я хочу покоя. Сколько можно слушать байки про ее диссертацию? Теперь она институт поменяла? И что, опять? Снова здорово. Это никогда не закончится. Ну хорошо. Если ты так хочешь, я с ней поговорю. Да, я так хочу.
Вот прямо сейчас пойду и поговорим. Такое дело. Ну, одним словом, тебе стоит переехать отсюда. Ты только не обижайся, ладно? Ясно. Опять ругается. Ну, короче, денежек на квартиру я тебе подкину. Только без передачи, ладно? Дядя, спасибо, не нужно. Я сама справлюсь. Жалко, что нет сейчас общежития. Я бы прямо сегодня переехала. С завтрашнего дня начну искать квартиру. Тань, ты это, не держи зла. Можете не представляться, я знаю, кто вы. Что нужно? Поговорить с вами. Есть о чем? Есть. Я хочу вас спросить, вы зачем это все устроили? Зачем вы заставили Георгия Михайловича меня убрать с кафедры? Я же знаю, это сделали вы. Допустим, я. Вы понимаете, что вы сломали мою карьеру? Про карьеру заговорила. Не понимаешь, почему? Но ведь это не я пришла в твою жизнь. Алексей и я, мы любим друг друга. Вы любите, понятно. Но только у нас с Алешей за плечами 25 лет, деточек. Так что не смей меня ни в чем упрекать. Не я это начала. А Зубова тебе не видать, как своих ушей. Вы самодурка. Вы злая и непорядочная женщина. Я же знаю, что вы пытались его удержать ребенком, а когда у вас ничего не получилось... Ну, заткнись! Не тебе меня судить! Если вы думаете, что я люблю Алексея из карьерных соображений, то вы ошибаетесь. Я его люблю без всякой корысти. А я о тебе вообще не думаю. И знаешь еще что? Если я узнаю, что ты клеишься к моему мужу, то ты вылетишь из профессии. Ты вообще отовсюду вылетишь. Я тебе это обещаю. Ты меня поняла? Галина Владимировна, у вас все хорошо? Все в порядке. Моя знакомая уже уходит. До свидания, Танечка. Я так одинока, где ты ходишь. Побудь со мной. Иди ко мне.
А та, другая девушка, у тебя с ней правда ничего не было? У меня с ней ничего не было. Да и нет никакой другой девушки. Машка молчит, как партизан. Куда ей рожать? Человеку МИД светит. Она же не кретинка. Да и маман сожрет с потрохами. Вот уж действительно железная леди. Присядь-ка, мне надо с тобой поговорить. Что, пришла уговаривать избавиться от ребенка? Только, пожалуйста, не перебивай. Все вопросы потом. Принимается? Значит так. Отец про твою беременность ничего не знает, естественно. И согласись, это хорошо с любой точки зрения. Тебе ребенок не нужен, это факт. Я хочу с тобой договориться. Ты родишь его мне, и этого ребенка мы запишем на меня и на папу. А? Хорошо, я тебе сейчас все объясню. Господи, как это сказать? В общем, у твоего отца, ну, так получилось. Есть дама. Молодая. А, ясно. Да. Но папа ничего про это знать не должен. Послушай, а как ты все это себе представляешь, ну, чисто технически? Как ты собираешься изображать свою беременность, скрывать мою? Он же не идиот. У меня есть решение этого вопроса, но сначала мы с тобой должны договориться. Ты согласна? М? То есть выносить ребенка и отдать тебе его? Именно так. А допустим, что я-то получу? Ну, я думала, а что ты хочешь? Ну, я хочу жить в квартире у бабушки. Ну, хочу отдельно от вас. Ну и, как ты понимаешь, деньги... Ну, деньги у тебя будут, и переезжай к бабушке, какие проблемы? А я сама хочу жить. А бабушка-то куда? Бабушку ты себе заберешь. А, вот как. Ничего себе. Да. Тебе пальцы в рот не клади. Яблоко от яблоньки. Так согласна? Голову. Моя мать имеет полное право на пребывание в вашем заведении. Она бывший завлит театра, работала в Большом драматическом. Да. Ну, конечно, я принесу справки. Я вас поняла, договоримся. Я была уверена, что с вами можно иметь дело. Я подъеду лично. Thank you.
Маш, а зачем ты звонила в академию? Я же тебя просил меня не искать, мы обо всем договорились. Новость у меня для тебя есть. Важная. Мы с тобой все обсудили, больше нам говорить не о чем. Ошибаешься. Я беременна, и это ребенок твой. Ты сейчас шутишь? Нет. Так. Приехали. Слушай, не дури мне голову. Не тот случай. Меня на это не поймаешь. Вообще-то я просто хотела поставить тебя в известность. Не знаю, что делать. Аборт или рожать? А это я, по-твоему, должен решать? Я? Нет, это твои проблемы. Вадим. И потом. Почему ты решила, что этот ребенок мой? У нас был это один раз, и то ты на меня не девушкой была. Ты не имеешь права. Это твой. Ты спала с другими. А что ты ко мне пришла? Хочешь меня кольцевать? Нет, я на тебе жениться не собираюсь. Я тебя не люблю. Не люблю. Все-таки я не понимаю. Зачем тебе нужна комната в коммуналке? Я же сказал, что буду платить за отдельную квартиру. А я сказала, что буду жить только при условии, что квартира будет нашей общей и никак иначе. А если по-другому, то буду жить так, как я захочу. И вообще, Алеш, тебе нужно уже сделать выбор наконец. Определись. Возможно, ты и права. Давай сделаем так. Ты не распаковываешь вещи, я говорю с Галей и возвращаюсь за тобой. Договорились? Хорошо. Я не буду ничего распаковывать. Держи. Ничего себе. А по какому поводу торжество? Ты знаешь, сегодня произошло нечто знаменательное. Отлично. Отлично. Ты знаешь, у меня тоже есть кое-что очень важное, что нужно тебе сказать. Ну, правда, нам надо серьезно поговорить. Хорошо. Я подумал и решил. Ты должна знать, у меня есть другая жизнь. Хорошо, потом. Потом. А ты знаешь, что мы с тобой дураки? В каком смысле? Мы никого не пригласили на наше 25-летие. Ну что ж, позовем, пригласим. Господи, неужели 25 лет? Ну, строго говоря, 24. Но есть одно обстоятельство. Не знаю, успеем ли мы даже заказать ресторан. Хотя, была не была, но можно попробовать. Почему нет? Галь, ты слышала, что я тебе сказал? Когда? Ну, минуту назад. Нет, ну это потом. Это потом. Ты знаешь, сегодня удивительный день. Пожалуй, самый удивительный день из всех дней, которые были с нами в этой жизни. Какой день? Какой день? День, когда мы были с тобой вместе в первый раз. Ты помнишь? Ну, ты помнишь? Мы с тобой сидели на кровати в комнате в твоем общежитии. Ты дрожал, как осиновый лист рядом со мной, никак не решаясь. Ты тогда только спросил у меня, что я чувствую. А у меня тогда отстегнулся чулок под юбкой. Я никак его не могла поправить. Я первый раз в жизни надела чулки. А потом вошел Бякин, включил свет, увидел,
Нас и сказал, что мы голуби, что в таких случаях полагается запирать дверь. Потом выключил свет, запер нас и ушел. Боже мой. Боже мой, какая это была удивительная ночь. Боже мой. Я помню каждую минуту. Каждую. А потом я плакала. Я плакала, говорила, что я тебя ненавижу, что ты совсем не тот, о ком я мечтала в этой жизни. Ты помнишь? Ты помнишь? Помню. Господи, я тебе тогда наговорила кучу неприятных вещей, кучу. А ты все это выслушала молча и сказала: ровно через год мы с тобой распишемся, если не передумаешь. И вот тогда... я поняла, что по-настоящему я буду любить только тебя. Только тебя. Неужели даже после этого ты будешь спокойно спать? Неужели не будешь жалеть? Не в смысле жалеть, просто не знать, как жить. Мам, ну не начинай. Это очень приличное место. Свой круг, уход, врачи. Все-таки дом ветеранов сцены. Мой круг. Мой круг давно на кладбище. А это одни прихвостни, проходимцы, перерожденцы. Ладно, да перестань. Это очень хороший, достойный круг. Да. Я уже съездила, я все проверила. Не думала я, что доживу до дома престарелых. Мама! Мама! Я еще не сошла с ума. Сама себя обслуживаю, ни от кого не завишу. Что такое должно было случиться, чтобы меня как ссаную тряпку на улицу? Мам, при чем здесь улица? Там парк большой. Ты будешь гулять не три раза в неделю, а каждый день. Тебе ведь спуститься по лестнице, это целая история, а там? Галя, я хочу умереть в своем доме. В своей квартире. Я тебе про жизнь говорю, мама, про жизнь. Ты называешь это жизнью? Я только одного не понимаю, чем я все это заслужила? Чем тебе не угодила? Ну, если уж ты так печешься обо мне, забери к себе. Нет. Нет, мам, никак нельзя. Потому что я жду ребенка, мама. И заботиться о тебе полноценно у меня не будет никакой возможности. Thank you.
Таня. Зачем ты меня караулишь? Ты не отвечаешь на мои звонки. Я знал, что ты сегодня придешь сюда за документами. Алексей, ты принял решение. Ты не приехал. Зачем нам опять к этому возвращаться? Пойми, были определенные обстоятельства. Они будут всегда. Послушай, это какая-то бесконечная, выматывающая душу игра вышибалы. Тебя позвали домой. Нам надо остановиться, надо жить дальше. Ты права, я неисправим, но я не могу остановиться. Я не могу жить без тебя. Мне нужно попробовать научиться жить иначе. Алексей Геннадьевич, разве вы не понимаете, что вы никогда ничему не научитесь? И потом, вы меня добились, что вам еще надо. Я не понимаю. Мне нужна ты. Мы можем попробовать начать все сначала. Я уверен, мы справимся. Не обижайся, я знаю, ты замечательный. Но я смирилась. Все. Послушай, мне очень тяжело. Извини, мне надо идти. Извините, вы не видели Зубова? Мне сказали на вахте, что он ушел, а у меня с ним назначена встреча. Нет, я не из вашего института. Извините. Здрасте. Здрасте. Привет. Привет. Присядь. Спасибо, я постою. Присядь, в ногах, правда, нет. В общем, мне нужна твоя помощь. Ну, я догадываюсь, что мы не на свидании. Галь, честно говоря, мне все это не нравится. Не хочется каждый день получать по роже, тем более от своего друга. Ничего, не волнуйся. Алексей тебе еще спасибо скажет. Короче, я знаю, на Кубе наши ведут сейчас несколько программ по теме иммунных реакций. Ну, есть такое дело. Мне нужно, чтобы Алексей туда поехал. Не меньше, чем на полтора года. Галь, как я это организую? Такие вопросы вообще не в моей компетенции. А кто? Кто все это решает? Ну, я не знаю, говорит ли тебе что-то эта фамилия. Евгений Иванович Горелик. Женька. Вы знакомы? Но мы еще в институте с ним. Мы познакомились с ним на слете межвузовских правкомов. Ну, так тебе и карты в руки. Он, правда, так поднялся, я не знаю, захочет ли общаться. Где наша не пропадала? Попытка не пытка. Я попробую с ним встретиться. Галь, если не секрет, что тебе в голову-то взбрело? Ты куда собираешься? Переезжаю в квартиру бабушки. К Нине Петровне? Ага. Почему? Хочу пожить самостоятельно. Ты решила, что ухаживать за бабушкой легче, чем жить рядом с нами? А вы здесь ни при чем. Бабушка переезжает жить в пансионат. Не понял, в какой пансионат? А ты у Галины Владимировны спроси, она подробнее объяснит. Вы опять поссорились? С чего ты взял? Ну, тогда объясни, что происходит. Объясни. Па, ничего вообще не происходит. Просто я хочу пожить сама. Это нормально. Ты вообще помнишь, сколько мне лет? Что ты темнишь?
Нет. Я же сказала. Евгений Иванович, здравствуйте. Галочка. Ну какой Иванович, это подчиненный со мной по отчеству. Не думал, что ты мне позвонишь. Все так же неотразимо. Ты тоже совсем почти не изменился. Простишь, но мне приятно. Присаживайся. Ты что будешь? Коньяк, вино? Нет, спасибо. Кофе, если можно, и какой-нибудь десерт. Ну, давай, рассказывай. Как живешь? Чем? Знаю, пост хороший занимаешь. Хлебное место. Ну, не без этого. Ну, в общем, все хорошо. Муж есть, дочь взрослая. Очень рад за тебя. А я, представь себе, так и не женился. Все как-то не до того было. Или не встретил такую, как ты. Женя, я вообще-то к тебе с просьбой. Понимаю. Просто так ко мне редко кто приходит. Давай-ка мы все-таки с тобой для начала по коньячку. А потом уже просьбы. Ну? За встречу. Сколько лет прошло? 17, 18? Не будем считать. Я сразу вспоминаю о своем возрасте. Так что за просьба? Женя, в общем, мне бы очень хотелось, чтобы мой муж, он у меня иммунолог, кандидат наук, я была бы тебе очень признательна, если бы он поехал на Кубу. Да-да, я в курсе, там очень интересные программы. Значит, ты решила отправить любимого мужа в почетную ссылку. А это возможно? Кандидат, говоришь? Маловато для такого вояжа. Галь, мне надо все детально обсудить. Ты же знаешь, что я должен как-то обосновать эту командировку. Ну, разумеется. Знаешь что? Что? А давай-ка мы с тобой съездим ко мне на дачу. Она в чудном месте, тебе понравится. Там все и обсудим. Так сказать, в неформальной обстановке, за бутылочкой французского вина. А? А как же работа? Ты говорил, у тебя вечером заседание. Работа подождет. Если речь идет о муже такой прекрасной женщины. Ну хорошо, давай съездим. Ну тогда за нас. Хорошо, что все-таки нашел время ко мне заскочить. Поверишь, минуты свободной нет. Очень много здесь еще надо решить вопросов. Завтра я должен быть во Владивостоке. Этот придурок комдив расписание перепутал. Я был вынужден с вокзала до части набираться на такси. Но я все равно не мог с тобой не повидаться. Спасибо, пап. Так что именно тебя интересует? О чем ты хочешь поговорить? Я бы хотел поговорить по поводу моего распределения. Ну и что? Что тебя так заботит? Меня интересует, могу ли я рассчитывать на твою помощь. А надо ли? Ты ведь и без меня хорошо учишься. У тебя все должно быть нормально. А нормально это как? В Листе или во Владивостоке? Ну, зачем такие крайности?
Кстати, в Элисте тоже люди живут, к твоему сведению, хорошо служат. Я, между прочим, в Заполярье 4 года. Как видишь, выжил. До генерала дослужился. Я рассчитывал. На папину спину ты рассчитывал. Ты военный человек, Вадим, и должен быть готов к любым испытаниям. Эту профессию ты сам выбирал. С моей помощью в рай попасть хочешь или как? Или как? В рай я еще попаду. Я твой сын на минуточку. Хоть и не самый любимый. Откуда ты это взял? То, что я развелся с твоей матерью, к тебе отношения не имеет. Да? Да. Но только младшенького своего от новой супруги. Ты даже в военкомат не пустил в принципе. Ты его от каждого чиха бережешь. Откуда? Тебе это известно? Сорока на хвосте принесла. Это не я, это... Его мать испугалась, что в Афганистан отправят. Но вопрос-то решал ты. У меня такое ощущение, что ты позвал меня только для того, чтобы предъявлять претензии. Вот только не надо изображать оскорбленное достоинство. И уж тем более принципиального генерала. Все нормальные отцы помогают своим детям. Но я, видимо, исключение. Добро пожаловать. 3 часа ты свободен. Вот мои пенаты. Ух ты! Женька, потрясающе! Знаешь, чья раньше была? Нет. Лепшего друга Лаврентия Павловича, бывшего начальника нашего областного МГБ. Ничего не скажешь, любил мужик широко пожить. Знаешь, какие тут подвалы? Ха! Ого! Боже мой! Женька! Это да. Да. Ничего себе! Да. Да. Но у меня в планах еще бассейн здесь поставить, крытый. Вот плоды, как говорится, непосильного труда. Да. Прекрасно. И нового мышления. Ой, Женька! Обалдеть! Обалдеть! Ну, Галочка, за нашу встречу. Прошу. Коллекционная 61-го года. Гагарин в обнимку с этим виноградом в космос полетел. За нас? Да. Да, замечательно. Вот видишь, Галочка, как повернулось-то все. Теперь я могу себе позволить пить дорогое вино, жить не на госдаче, а в хорошем частном доме, ездить на курорты недружественные нам страны. Кто бы мог подумать, что так все сложится. Женька, ты молодец. Все с таким вкусом сделано. Ну, между прочим, это все могло бы быть твоим. Но ты предпочла другого. Ты ведь мне тогда очень нравился. И сейчас нравишься. Да. Дом очень красивый. Очень. Не жалеешь? Ну, от такого особняка я бы точно не отказалась.
Да, я привык жить один. Закоренелый холостяк, как говорится. Люблю одиночество. Даже на собаку не решаюсь. Обуза. И детей не хочешь? Ну, мужчина век другой, еще успею. Жень, мы хотели с тобой поговорить насчет моего мужа. Ну, я помню про твою просьбу. Только зачем же так сразу к делам-то? Мы разве куда-то торопимся? Давай посидим, поокаем. Хотя, я знаю, ты женщина деловая, конкретная, ты тоже не привык рассусоливать. Да, я буду тебе очень обязана, если ты мне поможешь. Будешь обязана. Ты же знаешь, все имеет свою цену. Все имеет свою цену. Все, кирпичи туда положила? Гадала. Ты так скоро всю квартиру к бабке перетащишь. Это последнее. Чего квелая-то такая? Чувствую себя плохо. Это ж конспекты. Ни к чему академку взяла. Да ладно. Чего, все так серьезно? Это после операции? Серьезнее не бывает. Я думал насчет выходных. Может, рванем в курганы? Говорят, там отличные песчаные пещеры. Ты же знаешь, я турист никакой. Здравствуйте. Таня, ты же сказала, что там все. Я уезжаю на Кубу на полтора года. Что ж, счастливого пути. Это все? Это все, что ты скажешь? А что вы еще хотели от меня услышать? Всего хорошего. А чё? Приличное место. Разгуляться есть где. Даже не обсуждается. Богадельня. Поговорить не с кем, одни отшипенцы. Ничего, я привыкшая. И мать твою ни о чем просить не стану, пусть ей будет стыдно. Ну ты же знаешь, что ей не будет стыдно. Да я знаю. Ба. А я решила ребенка оставить. Умница. Молодец. Ну, не знаю. Даже не сомневайся. Потом поймешь, какая это радость, ребенок. Только пока он маленький. А вот вырастет. Ба, да вырастет, его еще родить и выходить надо. Ничего, справимся. Я тебе помогу. Мать всегда в бегах. А у меня силы еще, ага. Ба, ну ты же знаешь, что это не я решаю. Что мама. Ну да, мама твоя. И вообще, ба, не надо бы ей знать, что я к тебе приходила. Это еще почему? Не надо и все.
Ладно? Давай, пока. Леша, я прошу тебя, пожалуйста, на солнце ни шагу. Оно у них там тропическое, а у тебя аллергия. Крем от солнца я положила. Галь, ну зачем мне свитер, а? Ну это ж тропики. Ну а вдруг вечером похолодает, обязательно возьми. А я... Куда я делала зеленый галстук? Я... Ну ты его с платками уже упаковала. В последнее время я такая рассеянная. Леша, я... Не хотела говорить. Дело в том, что, в общем, я снова беременна. А что ты молчал? Я боялась, что ты откажешься от поездки, а это очень важно для твоей карьеры. Галь, ты важнее ребенок, ну правда. И как ты будешь одна? Нет, я не могу ехать. Да не сходи с ума. Но если что, я сразу лягу на сохранение. Я тебе обещаю, с Иркой я договорилась, я буду лежать до родов. Правда, ну, так неожиданно, а? Господи. Ну, ты даешь. Это ты даешь, Леш. Ты не переживай. Ну, пусть хоть Машка помогает тебе. Да мы разберемся. Спокойно работай. Галь. Что? Это надо обязательно взять. Погано тут. Телевидение по расписанию, радио трехпрограммник, скотище. Соседка еду у меня ворует. И главное, на голубом глазу. Ничего не видела, ничего не знаю. Вот на зоне такую раз ночью подушкой придушишь, все, на утро как шелковая. Чужое брать нельзя, закон. Мама, что ты опять завелась? Чего тебе не хватает? Так иди вообще равнодушие. Дело не в хлебе. Я знаю, что такое голод. Как видишь, ничего. Но пайку мою не трожь. Кормят тут мерзко. Повара из детсадика перевели. Сумками домой последние таскает. О, Галя. За какие такие провинности ты на старости лет меня сюда упекла? Мам, ну хватит. Ну что это, мам? Детка, приезжаешь. Машка-то вообще глаз не кажет. Что такое вообще у вас там происходит? Тут не финти. Я этого не люблю. Говори, как есть. А ты знаешь нашу ситуацию? Я беременна. Алексей на Кубе, а Маняша часто болеет. Что-то на беременную не очень похоже. А ты у нас знатная акушерка. Я жизнь прожила. Беременных бабца на своем, слава богу, повидала. Ваши дела сами разбирайтесь. Что-то ты финтишь, Галина. Смотри, не промахнись. Не промахнусь. Глубже, глубже дыши, слышишь меня? Господи! Не ной! Больно! Сейчас он пойдет, тушься давай. С ней все нормально. Здорова молодая девка. А с ребенком что? С ребенком все хорошо будет. Потерпи. Ну, все. Разрешилось, ваша короля. Пацан 3200. Здоровый кабанчик. Маша. Маша. Я понимаю, ты устала. Сейчас заснешь. Но сначала нам надо уладить некоторые формальности. Кое-что подписать. Что подписать?
согласие на аборт. Любовь, правда? Может, любовь – это не современно. Не современно и не своевременно. Как и любовь в наше время, это чувство бурохнуло. Наивняк. Теперь Маша не любовь, теперь… сексуальные отношения. Ладно. Давай спать. Мам, привет. Как дела? Как папа? Ну, все в порядке. А как у тебя? Нормально. Из академки вышла. Ну, ты сама знаешь, занятия начались. Да, я в курсе. Вспоминать все надо. Ну, вспомнишь. Куда ты денешься? Да, в МИДе твое место уплыло. Такие должности долго не залеживаются. Надо будет искать другое. И на себя рассчитывай. С меня теперь какой спрос? У меня ребенок. Да и семейственность нынче не в почете. Да мне от тебя ничего не надо. Ага. Но мы чего-то с тобой заболтались. Нам пора уже идти есть. Так что пока-пока. Мы пойдем. Да? Сейчас. Сейчас поедим. Мамочка, а можно я буду к вам заходить почаще? Заходить? Нет, не стоит заходить, Маш. И давай будем друг с другом до конца откровенными. Ты ведь хотела быть самостоятельной, быть независимой. Ну, так и будь. Живи. Живи самостоятельно.
Ленинград. Ленинград? Ну, это же совсем рядом. Ночь на поезде. Мы часто будем видеться. А закончишь последний курс и приедешь. Как же я рад, что ты пришла. Рит. Я не хочу тебя терять. А я тебя. У тебя с лицом? Ты что, плакала, что ли? Он меня не любит, ба. Он опять с ней. Да и черт с ним, значит, не твой человек. Плюни, забудь. У тебя есть сын. Когда ты мне его привезешь? Он уже сидит. Ну что ты молчишь? Язык проглотил. Клещами из тебя тянуть. Я пойду, ба. Куда? Только что пришла. Что случилось, говори. Ба, я сына матери отдала. Лёшка теперь её сын. Не мой. Маш, Маш, погоди. Алексей Алексеевич проснется, я вас познакомлю. Это просто поразительно. Как тебе удается? Мужу командировку выбила, сына родила. Настоящая советская женщина. Все имеет свою цену, Гоша. Галка, если нужна будет какая-нибудь помощь, пока Алексея нет, я готов. Что, тоже хочешь на его место? Ты что? Ну, как ты можешь? Ты ведь жена моего друга. Ты что? Я бескорыстно. Подожди, а что значит тоже? Неудачно пошутила. Знаешь, после родов у меня какие-то перепады настроения и мозги не на месте. Как у молодухи. Ага. Понимаю. На. Когда правнука привезешь, одним глазком взглянуть перед кончиной. Внука, мам. Это тебе он внук, а мне правнук. Голову не морочь. Машка растрепалась, да? Но ведь клялась молчать, мерзавка. Глядь, дур ты из меня не делай, а? Я еще из ума не выжила, вопреки вашим ожиданиям. Это вам в дурдоме нравится жить. А я еще А и Б сложить умею. Мама! Все, мама! Но да мне страшно, что я твоя мать. Кого ты такая родилась? Ты же не баба, ты танк. Режь, не задумывайся. Это потому, что я за семью свою сражаюсь, мама. Это тебе всю жизнь было наплевать, есть у меня отец или нет. Один муж, второй, третий. И где они все? Вот. Одна в доме престарелых. Не тебе меня упрекать. Я не в роскоши тебя растила. Работала как волк. Ну, а я так жить не хочу, мама. Ты меня с собой не равняй. Хочу, чтобы муж был один на всю жизнь. Если он тебя не любит. Да любит, мама, любит. Я знаю. И меня любит. И сына, а все остальное не считается. И вот что. Ты ведь никому ничего не скажешь, мам. Тебе не поверят. И по документам, Алешка мой, мой. Ты только попробуй. Ты что, отравишь меня? Галя, я уже на дне, дальше падать некуда. Тут и подохну.
А вот за тебя мне страшно. С такой-то высоты в лепяшку. Да ты прекращай этот балаган. Я же говорю, я за семью сражаюсь. Блин, сомнительным способом, что ты с Машкой сделала. Дочь на тебе. Ты ведь катком по ней прошлась. По ней, по Лёшке. Ты, значит, за Машку волнуешься, да? За внучку свою? А ты знаешь, что это ее идея была? Твою жилплощадь в обмен на Алёшу. Да-да, это правда, мам. Твою квартиру без тебя в ней. Вот так-то. И свои очки соцреалистические я тебе советую снять, чтобы не быть старорежимным посмешищем. Мама. Алёша, а что случилось? А мы тебя только через месяц ждали. А, вот что не такое? Поверишь. Не поверишь, не вытерпел, так что? По вам соскучился. У Лешего отпросился наш начальник. Боевой мужик. Уже 3 года на Кубе, а до этого в Анголе. Говорю, братцы, отпустите. Я не могу, хочу видеть сына. Ну, так всем кагалам провожали. Вот в чемодане одни подарки. Мой бы не влезли, это Леший свой отдал. Тут и Машке, и тебе. А Машка к нам теперь не заходит. У нее своя жизнь, с нами неинтересно. А Алеша где? Алешка спит. Он спит. Господи, как я по тебе соскучилась. Я тоже. Госчонок. Рит, что происходит? Что это было? Вадик, я... А ты почему не позвонил? Ты надолго? Ты меня мог вообще дома не застать. Наши все в поход с ночевкой уехали. Я в отпуск приехал на 2 дня. Хотел тебе сюрприз сделать. А ты тут мне. Сюрприз. Ну, видишь, как хорошо, что я отказалась. А то они мне уговаривали, все уши прожужжали. Поехали с нами, поехали. А я прям как чувствовала, так бы и не увиделись. Подожди, кто этот парень? Ну, тебя же не было. Ты уехала, мне одиноко стало. И что? Надо сразу найти мне замену. Почему сразу? Ничего и не сразу. Это не замена, это мой коллега, старший пионер-вожатый. Я сама не ожидала, так просто получилось. Я писал тебе. Ты обещала приехать сразу после защиты диплома. Вадик. Ты что, никак не поймешь, что я в Ленинград не хочу? Я хочу остаться в своем городе. Ха, вот оно что. Ну что ж, оставайся. Сиди здесь в своем курятнике. Меня переводят в западную группу войск. Буду служить в Дрездене. Как дела, Галочка? Отлично. Как у тебя? Как обычно. Всю неделю ждал от тебя звонка, а сегодня не выдержал, позвонил сам.
Угу. На первый ответила какая-то женщина, на второй мужчина. Пришлось представиться проректором по учебной части. Муж, что ли, вернулся? Уже давно. Так что ж ты мне ничего не сказала? Не хотела тебя расстраивать. Да, дела. Слушай, а хочешь, мы ему в Японию поездку организуем месяцев на 8? Да нет, спасибо, ему уже и Кубы хватило. Ему хватило, а мне нет. Ну ладно, Галь, ну я правда соскучился. Но целую неделю не виделись. Давай на дачу съездим. Жень, у меня другие планы. Ну ты извини, но никак не получится. Нехорошо, Галюня. Некрасиво получила то, что хотела, и решила смыться. Жень, ну правда, ну Жень, ну... Неблагодарность, Галя, серьезный порог. Смотри, дорогая, не пожалей потом. Ссориться со мной не советую. А то ведь теплое место твоего благоверного при кафедре. Она ведь кому-нибудь другому может приглянуться. Надеюсь, ты меня понимаешь. Да понимаю я. Ладно, я поеду. Только надо Аню предупредить. Вот и отлично. Умница моя. Мне привезли дорогущий французский шоколад. Мы же так любим сладкое, м? Ну? Отгулял законные? Гулял. Ничего не хочешь мне сказать? Сам решил или с Галей? А при чем тут Галя? Галя ничего не знает. Я так и думал. В общем, я не подписал твое заявление. Как руководитель кафедры, считаю, что ты не должен уходить. Ты, Леша, серьезный ученый, и ты нужен кафедре. А кафедра нужна тебе. И глупо будет... Старик, ты извини, я тогда не сдержался. Да проехали. Ну, как Гавана, как Фидель. Кофе пил? Монтеру пробовал? Сальсу научился танцевать? Там, говорят, девчонки, экстра-класс. Ты не знаешь, как Таня? Да я о ней давно ничего не слышал. Гоша, Гоша, я тебе не верю. Ну, кажется, она перевелась в институт гриппа. Но я тебе ничего не говорил. Я думал, у вас все кончилось. Ничего, брат, не кончилось. И не кончится. Ну, у меня теперь есть маленький сын. Я ему очень нужен. Это самое важное. Я должен быть рядом с ним. Привет. Домой тебе звонил. Мать твоя сказала, что ты с ними больше не живешь. А где найти, не знает. Вы с ней в ссоре? С матерью-то? Да нет, просто они маленький ребенок устают. В отпуск? Да. В гости приехал. А тут такое. Что-то случилось? А ты с Риткой общаешься? Нет. Понятно. Ритка себе кого-то нашла. А ты удивлен? Да я просто обалдел, когда увидел. Я ей доверял, а она... Да, даром все, что ты мне тогда говорила. Зря я тебя не послушал, вот и остался. С носом.
Эх, Машка. Не сделала бы ты тогда эту глупость с ребенком. Сейчас бы жили бы с тобой душа в душу. И семья бы была. И все бы у нас наладилось. Правда так думаешь? Да, я так думаю. Ну только что теперь о том горевать? Снявши голову, по волосам не плачут. Ладно. Поеду я. Встретились, пообщались. Спасибо, что пришла. Бывай. Я тебя не приглашала. А у тебя что, вход по пропускам? Если ты хочешь выяснять отношения... Нет, я пришла тебе сказать, что наш договор расторгнут. Почему? Потому что я забираю сына, и мы уезжаем с ним к его отцу. К какому отцу? К этому военному ветеринару? Какая тебе разница, мама? Я сказала, я забираю Алешку, и мы уезжаем. Все, давай это решим мирным путем, без кон... Никакого сына нет, поняла? Ты с ума сошла! Я рожала, а ты сделала аборт, поняла? Исследования, которые проводились с нами в составе интернациональной группы ученых-иммунологов, дают нам возможность сделать некоторые выводы. Выводы. А именно. Первое. Иммунный ответ формируется мгновенно. Именно мгновенно, при первом же контакте с агентом. Здравствуйте. Пожалуйста, помогите. Я тут выписку потеряла. Можно ее восстановить? Ой, да что же вы все растеряхи такие? Детей рожаете, а у самих ветер в голове. На, пиши фамилию и дату родов. Вот. Зубова Мария. Ну что, поищем Зубова. Зубова Мария. Так, Зубова Мария. А потом завизируешь в регистратуре. Да, конечно. Так. Подожди, дочка, ты ничего не напутала? Тут нету такой роженицы в этот день. Ну, то есть, как, она есть, только... Имя, отчество другое и год рождения другой. Как это? Ну как, ну вот черным по белому написано. Галина Владимировна Зубова, 1948 года рождения. Ну, а Марии Алексеевны нету. Это не она. Это невозможно. Ну как невозможно? Ну я что вижу, то и читаю. Девушка. У нас ошибок не бывает. Спасибо, что пришла. Я очень рад тебя видеть. Я тоже рада. Можешь меня поздравить, я защитилась. Молодчина. Поздравляю. Спасибо. Знаешь, я так ждал этой встречи, а... А теперь стою и не знаю... Не знаю, что сказать. Я каждый день вспоминаю, как ты... Как мы. Я тоже очень часто тебя вспоминаю, Лёша. Но мне кажется, поздно что-то менять, да и не нужно, наверное. Прости меня. Мне пора, меня ждут.
что, пойдем? Аня, мне сегодня обязательно нужно попасть на работу. Послушай меня, это важно. Моя дочь Маша, она немного нездорова. Она может прийти к нам в дом без приглашения. А где ключи? Я прошу тебя сюда ее не пускать. Дверь не открывать. Вот ключи. Вбила себе в голову, что Алеша ее сын. Наверняка попытается украсть его. Я прошу тебя, внимательно отнесись к моим словам. Поняла? Ну, а как же так? А что ж такое с вашей дочерью? Тут ничего не поделаешь. Такое бывает. Господи, что творится-то? Ой, не беспокойтесь, Галина Владимировна. Если что, я сделаю все так, как вы сказали. Ну, я надеюсь, ничего этого не будет. Я просто, на всякий случай, прошу тебя, внимательно отнесись к данным обстоятельствам и к моим словам. Поняла? Ну, все, да, поняла. Все, мой сладкий, я быстро. Женщина! Здравствуйте. Вы меня не помните? Здравствуйте. Я вас рожала 1,5 года назад. Мария Зубова. У меня мальчик был 3200. Девушка, вы просто издеваетесь. Вы представляете, сколько у меня тут рожают каждый день? Через 1,5 года. Вы вообще через 10 лет пришли. Это как же запомнит-то всех? Хорошо. А Ирину Александровну вы тоже не помните? Неправда, врешь ты все. Все ты помнишь. Это она все, да? Она? Алло, папа, это ты? Ты можешь ко мне сегодня приехать? Мне надо с тобой поговорить. Срочно. Хорошо. Леша! Леш! Ты чего здесь? Что-то случилось? Ничего, я тебя жду. А что лицо такое? Леш, тут такая ситуация. Знаешь, что-то случилось. Не хотела тебе говорить, но придется сказать. В общем, Маша сделала аборт. Что? Не сейчас, но давно, еще до твоей командировки. Ты что, смеешься? Еще до командировки? А почему мне никто ничего не сказал? Почему ты молчала? Кто отец? Но это не важно, это случайная связь. Я помогла, я все устроила. Но после этого у нее, похоже, начались проблемы с головой. Я ведь не поняла. Я думала, ну, последствия стресса. В общем, она считает, что Леша, наш Леша, это ее ребенок. Я в растерянности, я не знаю, что делать. Ты 2 года не знаешь, что делать. Надо ее показать врачу. Психиатру. Ну почему психиатру? Почему сразу психиатру? Не надо сразу так радикально. Хотя. Мы в любом случае должны ей помочь. Это я виновата. Я пошла у нее на поводу. Надо было оставить ее дома. Вернуть сразу же. Я с Ирой поговорю, может быть, она что-то посоветует. Если бы ты слышал, Леша. Если бы ты слышал, что она говорит. Маш, Маняшенька, девочка моя, ну что случилось? Что случилось? Папочка, если бы ты знал, как мне я плохо. Я знаю, девочка моя, я знаю, милая моя, я знаю. Нет, пап, ты ничего не знаешь. Я тебе сказать должна. Я
правда не понимаю, как это могло со мной произойти. Пап, Лёша, мой сын. Маша, успокойся, маняшенька. Я понимаю, что тебя это мучает, но мама мне все рассказала. Я все знаю. Ты думаешь, я не понимаю, о чем ты? Господи, зачем я поехал в эту командировку? Может быть, вот тогда меня тебе и не хватало. Если бы я был рядом, я бы смог тебе помочь, объяснить, что не нужно делать эту операцию. Нет, я понимаю, это беременность, это все так неожиданно, ты была не готова, но так получилось. Па! Мы обратимся к врачу, и все будет хорошо. Все будет ну, прекрасно. Па! Ну, объясни мне! Ну, почему? Почему ты всегда веришь только ей? Она врет на каждом шагу, па! Маша, успокойся, успокойся. Она же всех обманула. Документы подменила. Всех подговорила на тебя. Тебя убедила. Какая же она гадина. Маняша, нельзя. Так нельзя говорить о матери. Эй, парень, иди сюда. Здорово. Чего надо? Заработать хочешь? Ну. Видишь тут тетку с коляской? Стырь у нее сумку. Что за что? Стой! Как документы? Стой! Что случилось? Бегите, бегите, догоняйте. Я помогу с Алешей. Ну беги ж ты! Привет, мамочка, тут, мамочка, тут внизу, еще мой маленький. Не надо, не надо, не надо, плачь. Я же говорила тебе, ну я же предупреждала, она сумасшедшая. Когда это случилось? Так, значит, никуда не уходи, я звоню в милицию. Дрянь, а! Украла. Куда она его? Здравствуйте. А можно билет на Ленинград? 02. Я уничтожу. Я тебя уничтожу. Возьмите же вы трубку. Алло? Алло, милиция? У меня украли ребенка. Да, только что. Я знаю. Я не кричу. Я знаю, кто это сделал. Она едет сейчас или в аэропорт, или на вокзал. Моя дочь. Она сумасшедшая. Опоздали. Автобус уже ушел. Как ушел? Почему? Автобус уходит по расписанию. Будете на вечер брать? А на вечер это на сколько? Через 5 часов. Через 5? Ой, ну как же так-то? А, как он есть хочет уже. Сейчас, мой хороший. Сейчас мы что-нибудь придумаем обязательно. Гражданочка, документики предъявите, пожалуйста. А в чем дело? Вопросы здесь задаю я. Документы. А я не могу, я билет покупаю. Мне к мужу надо. Понимаю. Понимаю. Ничего. Поедите к мужу на следующем автобусе. Документы у вас есть? Конечно, есть. А что вообще происходит? Да вы не волнуйтесь так.
Я просто не понимаю, почему, на каком основании? Успокойтесь, пожалуйста. Пройдемте со мной в отделение, там разберемся. Так, позвони Кузьмину, он поймет. Ну как же вы не понимаете? Это мой. Мой сын. Я его родила, я. Она самозванка. Она забрала документы, все подменила. Бред какой-то. Слушайте, ну что вы несете, а? Она хотела, чтобы мой отец остался с ней. Подговорила меня родить Алешку. Потом забрала его и выдала за своего. Прям какая-то рабыня Изаура. Почитайте это и подпишите. И хватит морочить мне голову. На вас пришла ориентировка, так что все, прекратите истерику, подписывайте. Дальше вами будут заниматься другие. Дяденька, она Алешку спишет, а я его к отцу везу, поймите, вы у нас семья, ой, вы его любить будете. Все, все, хватит, я сказал, хватит. Сейчас сюда приедет ваша мама, она заберет ребенка. Ну, а вы, не знаю, если она возьмет заявление назад, дело до суда не дойдет. Ясно? Не отдам. Подписывай. Ничего подписывать не буду, он мой. Подписывай. Нет. Вообще-то в детстве я хотела стать пианисткой, но не получилось. Машка тоже хотела, но не вышла. Она у нас всегда в детстве была несколько неуравновешенной, но впечатлительной. Но это история с прерыванием нежелательной беременности. Видимо, эта операция очень сильно на нее подействовала. Да, кстати, вот справка. Это справка об аборте, посмотрите. Потом мои роды, и на этом фоне, видимо, ну, понимаете, вот результат. Классический перенос. Что вы говорите? Все понятно. Доктор, и еще у меня к вам просьба. Ну, если можно, хотя бы сейчас, нельзя ли не ставить ее на учет? Ну, а вдруг все будет хорошо? Ну, а вдруг, сами понимаете, ломать девочке жизнь? Пока об этом речь не идет. Посмотрим на динамику, а там видно будет. Спасибо. Спасибо, что вы все понимаете, доктор. Я вам очень признательна. Конечно, невроз звучит несколько иначе. Оставьте, не надо мне ничего объяснять. У нее обычное в таких случаях реактивное состояние. Плюс, видимо, отец ребенка нанес девушке душевную травму. И мы не заинтересованы в том, чтобы создавать ей какие-то проблемы. В будущем ее психиатрический диагноз никому не нужен. Она полежит у нас, отдохнет. Мы ее подлечим. Ну вот, все правильно. Ну пусть отлежится. Пусть отлежится, а я вас за это отблагодарю. Да ну что вы, все мы люди, ничего не нужно. Не волнуйтесь. Нет, тем не менее, это с вашей стороны любезность. Кстати, Ирина Александровна мне рекомендовала вас не только как потрясающего специалиста, но и чудесного человека. В общем, она в отдельной палате. Мы обеспечим ей лучший уход. Не беспокойтесь, ваша дочь в надежных руках. Я очень вам благодарна. Thank you.
Опять? Опять она? Кто? Что кто? Ты думаешь, у меня бесконечное терпение? Ты думаешь, я ничего не соображаю, не знаю ничего? Да? О, фу, ты опять пропах ее духами, этими вонючими, ужасными духами. Пахнешь ею насквозь, этой женщиной. Ненавижу ее. Я ненавижу. Держись от руках, а! Не хватает, я сына родила, думала, что ты угомонишься. Ну что в ней такого? Ну чего тебе что не ты хватает? Ты орешь, не ори, ребенка разбудишь. А ты когда явился среди ночи, ты о ребенке подумал? Значит так, если ты еще раз к ней, с ней, я не подпущу тебя к ребенку на пушечный выстрел. Понял? Я запрещу тебя с ним встречаться. Понятно? Маш? Привет. Привет. Как ты? Как чувствуешь себя? Никак. Живу на осадном положении. Колют всякую фигню. В голове полная вата. Сплю по 20 часов в сутки. Кажется, с ума схожу. Ты как сюда попала? Кто сказал? Институтских твоих встретила. Они мне все рассказали. Маш, что ж ты такое наделала? С ним бы хотела быть. С кем? С Алешей. Она меня делает сумасшедшей. Накачивает меня всякой ерундой. Мать? Понимаешь, я просто хотела его себе вернуть. Он же мой. Она меня в милицию, а потом сюда. Я тут как в клетке. Маша. Помоги мне, пожалуйста. Как я могу тебе помочь? Она у него аспирантка такая, в Витритании, зовут, разыщи ее. Я тебя очень прошу. Мать меня отсюда не выпустит. Я здесь сдохну. Обратиться мне больше не к кому помоги. Хорошо. Хорошо, я попробую. Ну что, ревела, что ли? Просто не выспалась. Че у тебя губешки дожат? Неужели совесть проснулась? Что-то на тебя не похоже. Господи, мама. Я и без тебя свои недостатки знаю. Что ты меня все время тыркаешь? У меня и так нервы на пределе. Алексей опять. Бегает к своей этой. Я думала, там все, он. Хоть криком кричи.
Значит, не нужно было весь этот цирк затевать. Что мне делать, мама? Что мне делать? Машка, как? При чем здесь Мария? Знаешь, Галь, я очень перед тобой виноват. Почему? Это я тебя такой сделала. Потому что любила очень. Все думала, надо защитить, уберечь. Все отдать, чтобы только ты была счастливой. Вот ты и стала счастливой. Самой-самой. Только теперь ты за это счастье любого из глотки вырвешь. Никто тебе, кроме тебя, не важен. Никто. Ой, мама. Ой, Господи. Ну, как наши дела? У меня хорошо. Все хорошо, доктор. Выглядите гораздо лучше. Что скажете? Приходила Галина Владимировна и интересовалась вашим самочувствием. У вас, кажется, есть еще брат. Да. Совсем маленький брат. Алёша, матери передайте, что у меня все хорошо, я в порядке. Маша, а что с вашим сыном? Вы говорили, у вас есть еще и сын? У меня? Нет. Я аборт сделала. У меня детей нет. Но будут. Обязательно будут. Я замуж выйду. И у меня все хорошо будет. Я вижу, вам значительно лучше, и мне это нравится. Но вам нужно больше гулять, Маша. Больше быть на свежем воздухе. Вы очень бледная. Но лечение идет вам на пользу. Вы молодец. Умница. Вы большая молодец. Спасибо, доктор. Мне действительно лучше. Только спать все время хочется. Я скажу, чтобы снизили дозу препаратов. Набирайте сил, вам они еще понадобятся. Вы Рита? Да. Понимаете, я подруга Маши, дочери Алексея Геннадьевича. Мы можем поговорить? Маша просила вам кое-что передать. Да, конечно. Маша, я Таня. Вы поговорить со мной хотели? Ко мне приходила ваша подруга, она сказала, не волнуйтесь, за нами никто не следит. Давайте мы пройдемся. Рита вам все рассказала? Да. Но это какая-то дикая история. Тоже думаете, что я сумасшедшая? Нет. Я такой была, когда я ребенка отдавала. Но я ничего не придумала. Честно, я здорова. Не верьте, можете у бабушки спросить. Она все знает. Она мне никогда не врет. Я думаю, обо всем об этом лучше рассказать вашему отцу. Я пыталась. Он мне не поверил. Как вы думаете, Таня, почему он мне не поверил? Ну, что ты на меня так смотришь, как с луны свалился? 20 лет живешь с моей дочерью, все не знаешь, что от нее ожидать. Нина Петровна, что такое придумать? Это надо быть... Галей. Надо быть Галей. Не знаю, что ты в ней нашел. Вы меня просто убили. Ну, брось ты, Алеш, со мной так не надо. Пожалуйста, не строй себя жертву. Ведь ты правда считаешь, что ты тут ни при чем?
В каком смысле? В том смысле, что свою голову надо иметь на плечах. Знаешь, все же удобно быть под Галей. Знаешь, что все хорошо, все дела сделаны, жить в шоколаде, сиди, строчи свои статейки. Ни за что отвечать не надо, все в порядке, молодец ты, Алёша. Когда с твоей дочерью все стряслось, ты где был? Сделал вид, что ничего не происходит? Почему не поговорил с ней? Не защитил ее? Ведь ты же отец, черт бы тебя убрал. Потому что тебе так удобно. Я не знал. Потом я пытался. Пытался. Не хотел знать. Меня сюда моя доченька упекла, и тут ты смолчал, не твое дело, Галина. Даже девицу свою защитить не смог, не захотел. Сбежала от греха подальше. Ведь вроде любовь у вас была, гламур. Нет, Алёш, ты тут не посторонний, ты у нас герой. Я сейчас тебе все объясню. Не смей! Не смей мне лгать! Ты чудовище! Ты чудовище! Ты ребенка использовал как игрушку, как разменную монету! Леш, послушай. Не прикасайся ко мне! Послушай. Леш, постой. Ну что за театр? Ну куда ты собрался? Я тебя знать не хочу. Ну, пусть земля ему будет пухом. Светлая память. Можешь забирать, Алёш. Он твой. Однажды он попал в страну великанов. Великаны были такие большие-большие, сильные и смелые. И вот мальчик посмотрел на них и подумал, что когда он вырастет, то он обязательно станет великаном. Подожди сейчас. А
Привет. А ты как меня нашел? Мать твоя адрес дала. Она от Ритки узнала, что я проездом здесь. Позвонила, сказала, чтобы ехал. Взял такси. Мать? Зачем? Не знаю. Сказала, сам поймешь. Странно. Пройдешь? Да нет, наверное, я на минутку. У меня через 2 часа поезд. Нас в Мурманск переводят. Нас такого? Меня и мою семью. Женился? Год уже как. Дочка нашего комполка. Красавица. Можешь поздравить. Месяц назад стал отцом. Поздравляю. А это кто? Это Гулливер. Братик мой. На тебя похож. Ну, конечно, мы же родственники. Ладно, я поеду. Столько дел еще сделать надо. Ага. Бывай. Маш, ты прости меня, если что не так было. Бывай. По ночам холодать стало, а в квартире топит плохо. Я тебе поверх одеяла плед постелю. Плед – это хорошо. Что-то я мёрзнуть стала. Кого это там еще черт несет на ночь глядя? Будем жить.